Добрый день, дорогие зрители канала Toffee Shop! Безусловно, есть множество различных вариантов техники рисования на ногтях, но сегодня мы покажем 4 оригинальных дизайна с вензелями, используя матовое покрытие, градиент, стразы с бульонками и даже фольгу битое стекло. Что ж, начинаем! А первый дизайн сделаем на матовом покрытии. Наносим на типсу голубой гель-лак Коди 110 в 2 слоя и просушиваем после каждого нанесения. Далее покрываем матовым топом Master Professional. После просушивания получаем желаемый эффект матовости. Для рисования вензелей мы берем белую гель-краску Юре CH1. Тонкой кистью мы рисуем цветок по всей поверхности типсы. Далее просушиваем в лампе. Затем в центр цветка капаем немного топа Коти и прикладываем один страз. Наносим на типсу пурпурный гель-лак с блестками Toffee Profi номер 72 в 2 слоя и просушиваем после каждого нанесения. Далее покрываем типсу матовым топом Master Professional и сушим в лампе. Белой гель-краской Юре CH1 и тонкой кистью рисуем дизайн в форме ветки с листьями. В завершении просушиваем в лампе. Базой Коди отмечаем те точки, где будем размещать наши бульонки. И сразу на непросушенную же базу наносим их. Также можно добавить один страз. Просушиваем в лампе готовый дизайн и любуемся результатом. Для третьего дизайна нам понадобится гель-лак Toffee Profi светло-салатовый 182 и темно-салатовый Toffee Profi 191. Сначала наносим светлый оттенок на типсу или ноготь, покрывая половину ложа. Затем берем темный цвет и закрашиваем вторую часть. Для создания эффекта градиента берем снова светлый цвет и кисточкой протягиваем от начала ногтя до темно-зеленого, стирая стык двух цветов. Так повторяем до тех пор, пока не получится желаемый результат. Просушиваем типсу в лампе, перекрываем топом Коди и снова сушим. Теперь берем черную гель-краску Юре CH2 и рисуем цветок. В середине проставляем маленькие точки. В завершении просушиваем готовый дизайн в лампе и перекрываем топом Коди, после чего сушим и протираем липкий слой. Ну и в конце мы оставили самый изысканный и необычный дизайн, а особенность ему придаст фольга битое стекло. Итак, наносим на типсу нежно-розовый гель-лак Toffee Profi 15 в 2 слоя. После каждого нанесения мы просушиваем типсу в лампе. Затем вырезаем ножницами маленькие полоски с фольги битое стекло. Нам будет достаточно примерно 20 полосок. Перекрываем типсу базой Коди и на непросушенный слой выкладываем их. Нам удобнее всего было выкладывать апельсиновой палочкой. В завершении просушиваем, снова перекрываем дизайн базой Коди и сушим в лампе. Первая часть дизайна готова. Для второй части покрываем типсу топом Коди и сушим.
Поверх типса мы рисуем вензеля черной гель-краской Юресия H2 тонкой кистью. В завершении перекрываем готовый дизайн топом Коди, просушиваем в лампе и снимаем липкий слой. За счет специальной фольги маникюр переливается на солнце яркими цветами, что делает его еще больше необычным. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. У нас вы найдете еще больше интересных дизайнов. А если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, и мы с радостью на них ответим. До скорой встречи!